Друзья, я вас всех приветствую на своем канале. Сейчас я вам покажу очередной автомобиль, который нами подобран для клиента. Клиент из Пскова. Подобрали для девушки из Пскова Kia Rio 2013 года, 1.6 автомат. Машина в хорошей комплектации, с климатом, с подогревом руля и сидений. Машина с пробегом оригинальным 169 тысяч километров. Стоимость ее 900 тысяч рублей. За Kia Rio 2013 года 900 тысяч. Да, ребят, такие цены на начало сентября 2024 года. Черного цвета кузов. Кузов у нас имеет несколько косметических окрасов. Не скрываю, чтобы вы понимали, что автомобили, которым 10 плюс лет, имеют все же какие-то эксплуатационные моменты, да, косметические. Но в целом по технической части, по внешнему виду машина в очень хорошем состоянии. Я думаю, что многие напишут там про цену. Да, ребят, кстати, 900 тысяч – это достаточно дешево. Обратите внимание, зайдите на все сайты, кто, ну, по продаже вторичных автомобилей, увидите, что там по 1 100 000 они продаются, по 1 050 000 аналогичные автомобили. И давайте сейчас быстро покажу вам комплектацию. Кстати, да, три хозяина за историю владения у этого автомобиля. Значит, машина на легкосплавных оригинальных дисках. Машина галогеновая оптика плюс противотуманные фары, повторители в зеркалах. Значит, у нас сигнализация Starline с обратной связью, с функцией, по-моему, даже автозавода. Рулевое колесо у нас кожаное, с подогревом. Вот, подогрев, есть обогрев зоны дворников, управление мультимедиа, да, ребят? Вот, вот такой руль, да. Сейчас напишу, что там, конечно, хейтеры там. Но я, насколько помню, даже в машинах гарантийных, там, с пробегом 40-50, особенно в рулях с подогревом, то есть их меняли часто даже по гарантии, потому что такая тема происходила. А здесь у нас также подогрев передних сидений имеется, однозонный климат-контроль, ну и мультимедиа с флешкой, с громкой связью. Если не ошибаюсь, по-моему, здесь тоже должна быть. Так, щиток у нас уже вот такой вот модный, ну, который в более дорогой комплектации. Строчка, то есть, в принципе, на мой взгляд, на сегодняшний день это, ну, такая вот автомобиль, такой автомобиль стоит своих денег однозначно, потому что цены просто уходят в космос все дальше и дальше. Четыре стекла, водителя автоматическая, центральный замок, значит, электрозеркала с подогревом. Ну и тканевая обивка сидений. Все работает, все функционирует. Там по подвеске, по подъемнику особо нареканий нет. Поэтому, кому понадобится подбор, проверка автомобилей в Пскове, области, также бывает, выезжаем в другие регионы. Вот, но стараемся все же искать в своем. Обращайтесь, мой номер есть в описании. С вами был Дмитрий, всем всего хорошего. Всем пока.